Всем добрый вечер, друзья. Всем добрый вечер. Сейчас пойдем на прогулочку. Дима еще с Сандрой решили завести машину, потому что прошла неделя, а Дима с Сандрой так и никуда не съездили. Я ездил на гольфе, вот стоит гольфик, отдыхает. Я его накрыл специально такой фолией, ну, такой штукой, да, потому что очень-очень жарко. Сегодня приехали поляки тоже на автобусе из Германии, русскоговорящие. И вот такой вот вид, вот такая вот красота. Пока еще не стемнело, мы сейчас направимся к морю, прогуляемся. Ну ладно, пойдемте. Видите, вот такой дворик. Прогуляемся немножко. Блин, здесь такие огромные террасы. Конечно, террасы очень-очень большие. И двор не такой большой, как вот эта огромная терраса. Друзья, посмотрите, какая терраса. Офигеть. Зачем строить такие большие террасы? Этот дворик здесь. Гриль. Есть лавочки. Пальма растет во дворе. Ну, это вообще... классно, друзья, когда у вас растет во дворе пальма вместе с нормальными деревьями, вот как какая-то вишня или слива, это очень круто. Как они здесь уживаются, этих два дерева, непонятно. Для велосипедов. И я закрываю калиточку. Закрываем. Закрывается, закрывается. И направляемся гулять. У Димы тоже такая вот штука, потому что здесь, в Хорватии, очень сильное солнце, и надо накрывать автомобиль. Надо накрывать автомобиль. Здесь сегодня было 5:30, но здесь как-то 30 намного жарче, чем 30, которые в Вене. Посмотрите, какие цветы везде растут. Какая красота. Я даже не знаю, что это за цветы, но выглядит очень-очень красиво. Видите? Какая красота. Иду сейчас по району, где мы остановились. Это район называется Спадичи, Порыч, Спадичи. Вот так выглядит наш райончик. Здесь есть пару кафешек. Здесь есть булочная. Пекар... Так пишется пекара. Пекара, короче. Здесь даже есть мини-базарчик. Мини-базарчик. И сейчас мы... Не знаю, успею я или нет. Я хочу отправиться на набережную. Но боюсь, что уже не успею показать вам закат. Поздно вышел. Но посмотрите, как выглядит район. Здесь также есть Консум. Это такой небольшой магазин, где можно купить все самое необходимое. Здесь еще раз булочная. И пару метров. И пару метров пройтись к пляжу. Мы, конечно, еще планируем потом... Дима и Сандра. Дима с Сандрой впереди. Я иду сзади, все снимаю. Мы еще планируем пойти что-то выпить. И главное, да, камонить тур. Да, мы смонвай такие. Вот такой район. Вечерний Порыч, друзья. Вечерний Порыч. Парковки практически все забиты. Разные страны. Народ переоделся и идет уже в центр гулять, потому что днем все были на море. Скажу вам сейчас откровенно, что я провел здесь сейчас ровно одну неделю, и мне это хватило с головой. Мне это хватило с головой, и хочу сказать, что даже сейчас уже, то есть если бы я смог, я бы уже завтра поехал домой. Неделю мне хватает. Мы приехали на 10 дней.
Мы постоянно берем 10 дней, потому что как-то мы брали один раз в неделю, было мало, а 2 недели уже долго и скучно. Поэтому мы берем посерединке 10 дней. 10 дней, друзья, для такого активного отдыха хватает с головой. Кстати, здесь есть парк-резорт, Плава-Лагуна, и здесь отель открыт. Отель открыт, мы видим полотенца. А, ну поэтому да, если отель открыт, значит здесь все забито полностью. Это все забито посетителями этого отеля. Опять же, продается все, что необходимо для моря. Все, что необходимо для моря. Видите, да? Все, что хочешь. Даже разные тапки, ласты. Вот мы видим ласты. Все есть. Здесь какая-то... Все есть, супер. Да, вот парень говорит, что у них все есть, что надо. Главное, что, блин, они понимают как русский, так и украинский язык. Наверное, на 90% все понимают. Посмотрите, друзья, я успел, я очень-очень рад, что я все-таки успел. Здесь мы видим с правой стороны вот такой красивый закат, красивое небо, такое розовое, нежное небо. И здесь еще можно погулять. Я думал, что я не успею. На самом деле я уже пришел. Опять эти цветы. Опять эти красивые цветы растут, которые я показывал. Вот видите, какая красота. Так, оба. Я пашу. Ну и здесь вот такой красивый закат, друзья. Вот такой красивый закат. Вода просто кристально чистая. Наверное, это самая чистая вода, которую я видел из всех морей. Самая чистая вода. Вот такая вот чистая вода только у нас в Австрии на озерах. То, что я видел. И вот Адриатика. Чистейшая водичка. Просто просматривается каждый камень. Везде музыка, люди гуляют, отдыхают. Вот такой красивый закат. Потрясающе. Да, самые красивые закаты пока что. То, что я видел, это Хорватия. Самые красивые закаты — это Хорватия, Пороч. Классно, да? Вот видите, кто-то на доске гребет. Ах, лето. Люблю я лето, люблю я тепло. Хотя и Рождество я очень люблю. Потому что Рождество, друзья, в Вене потрясающее. Рождественские базарчики, украшенная Рингштрассе, кольцевая, потрясающая атмосфера. Рождество я тоже очень люблю. Дима с Андрой делают фоточки под музыку, а я их снимаю. Я уже так назагорался, друзья, я уже так накупался, что уже даже нету сил. Уже даже нету сил. Сандра позирует. И мы сейчас направимся дальше гулять. А парень уже далеко уплыл. Видите там? Далеко. Парень уже далеко уплыл. Ну что, направимся дальше. Классно, да, со стабилизатором снимать — это одно удовольствие. Очень удобно. Здесь такой бар.
ланч-бар. И цветочки, цветочки, цветочки. Повсюду цветочки. Также есть рестораны, кафе, бары. Все это новое, пару лет. Все это было построено вместе с отелем. Но это не отель, это апартаменты. И мы сейчас прогуляемся здесь. Все очень симпатично выглядит. Музыка, красивые подсветочки. Вот эти цветы, я не знаю, друзья, напишите, как называются эти цветы. Напишите прямо сейчас мне в комментариях под этим видео, как называются эти цветы, потому что они такие классные. О, кстати, здесь даже есть TJ. А, вы видите, да, что парень работает и крутит музыку. Классно, неплохо. Неплохо, музончик. Свежий музончик, это всегда очень хорошо. Правда, пару человек только сидит. И пару человек сидит с левой стороны. И все. Не знаю, почему так мало. Потому что днем я здесь был. Днем я здесь был. И получилось так, что весь пляж был забит. Весь пляж был забит. Но здесь классно, да. Здесь неплохо. Вот еще раз Валамар. Это отель-апартаменты. Ну, апартаменты стартуют, смотрел пару дней назад, от 500 евро в сутки. От 500 евро в сутки и до 700 евро. Но выглядит все очень красиво, все новенькое, свеженькое. Так, Дима, Сандра, я потерял где-то со всех углов. Музыка звучит. Звучит музончик. При отеле своя музыка, там своя музыка. А вот здесь сегодня я был, но хотел покупаться, но шансов было мало. Потому что вот именно здесь, друзья, этот отель, дальше вот это большое место за вазонами этими, да, за горшками, там общественный пляж, и он был весь забит. Почему забит? Потому что сюда приходят с детьми. Это, наверное, одно из лучших мест в Порыче, чтобы покупаться с детьми. И получается так, что здесь было очень много семей. Очень много семей с детьми. И пляж был полностью забит. Сейчас он пуст. Можно купаться. Можно посидеть на лавочке, что очень классно. Отдохнуть. Посидеть на лавочке. И полюбоваться вот этим красивым вот этим розовым закатом. Красота. Так, ну что, пойдемте дальше. Гуляют с собачками. Все вышли на вечернюю прогулочку. А, Дима, Сандра позади меня. Вот так еще раз выглядит вход. Там музончик для местной публики. Для местной публики. Здесь есть комната детская. Также детская площадка, поэтому я еще раз повторюсь. Потрясающее место, чтобы приехать с детьми, прогуляться, отдохнуть, покупаться. И повсюду музыка. Дима с Сандрой направились уже в нашу кафешечку, которая находится так рядом от нас, 5 минут ходьбы. И там мы сейчас выпьем кофе. Или, может быть, что-то покрепче. Здесь у нас есть спасатели.
спасатели, которые спасают днем, а вечером уже никого не спасают. Вечером нету кого спасать. Все очень-очень красиво обустроено, все красиво сделано. И вы видите, здесь есть катамараны, здесь есть огромная площадка, чтобы дети попрыгали, да, вот на этих батутах. Посмотрите еще раз, как красивый этот парень. Блин, я тоже хочу вот эту доску купить. Она стоит где-то 400-500 евро. Хорошая, наверное, 500, за 400 можно купить так себе. И вы знаете, я тоже хочу купить вот эту доску. Ого, куда я забрался? О! Чуть не упал, друзья, чуть не упал. И вот здесь было бы очень круто. Возможно, на следующий год, хотя у нас можно на Дунае так кататься, и на озерах, на Альпийских озерах тоже можно вот так вот кататься. И это очень классно. Еще немножко будет темно. Еще раз покажу вам вид. Вот такая вот вечерняя прогулочка. Дима с Сандрой гуляют. Димка с Сандрой гуляют. А я вместе с ними за компанию. Так, ну что, надо отсюда как-то выбираться. Потому что камни. Видите, как я уже загорел? Видно? Какие у меня темные ноги. Темные ноги и темные руки. Я просто уже все, черный. Черный, как какой-то этот шахтер. Как какой-то шахтер. Подсветочки везде. Красиво все сделано. Молодцы, ребята, молодцы. Ну, понятно, такая цена тоже не дешевая. 500 евро в сутки. Апартаменты вот здесь, Валамар. Кто-то мне писал, что эта сеть Валамар принадлежит австрийцам. Не знаю я. Я не владею такой информацией, но кто-то мне писал из моих зрителей в Ютубе, что сеть Валамар в Хорватии принадлежит австрийцам. Ну, не знаю. Кто знает, напишите. Надо где-то почитать. Это интересная, интересная информация. Парень с самого утра, я здесь был в 11, он продавал вот эти всякие штуки. И до этой поры он еще здесь, я в шоке. Вот это да. То есть это у них рабочий день получается где-то, наверное, 12 часов. Может, они по сменам. Может быть, они по сменам. Ой, как классно. Вы видите, да, я снимаю все одним кадром. Практически одним кадром. Не практически, а так и есть, одним кадром. Ну, не одним кадром. Короче, я включил сначала дома, спустился вниз, и потом включил, и уже 15 минут все снимается одним кадром. Тоже такой интересный формат, когда я просто иду, не показываю себя вообще. А сейчас показывать себя очень опасно, потому что я, друзья, загоревший, вы меня не узнаете, скажете, что Денис Кухта кому-то отдал свой канал, и его уже ведет другой парень. Но это не Денис. Поэтому я сегодня себя уже показывать не буду, друзья. А наслаждайтесь вот этой красотой. Порыч. Порыч Хорватия. Всем советую. Можно приехать хоть один раз, но я уверен, что вы влюбитесь в этот городок, в это спокойствие, в этот комфорт, вот в эти потрясающие красивые закаты, в классную атмосферу. Такую домашнюю атмосферу. Такое впечатление, что ты приехал к бабушке в деревню. Ну, у моей бабушки в деревне, конечно, не было моря, но тоже было спокойно и комфортно. Поэтому я сюда приезжаю как к себе домой, на дачу. Ехать всего лишь 5,5, максимум 6 часов. И ты уже здесь. Хорватия входит уже несколько лет в Евросоюз. Словения, само собой. И 540 километров, и ты уже на море. Поэтому сюда можно приезжать хоть каждые выходные, ну или хотя бы раз в месяц летом можно приехать. Так, ну что, мы подходим уже к нашей кафешке, где я проводил пару дней назад, позавчера, если не ошибаюсь, позавчера я проводил здесь стрим.
получился классный стрим, мне понравился самому стрим. И вчера, если кто-то еще не видел, посмотрите стрим Спорыча. Я показывал пляж, обзор пляжа, обзор города. Поэтому посмотрите, друзья, очень интересный получился стрим. Я его больше часа вел и отвечал на все вопросы. Смотрело очень много людей онлайн. Ну и сейчас где-то уже до 2000 или там 1700 просмотров. Но он наберет побольше просмотров, потому что все люди ищут Порыч, обзор города, обзор пляжа. Я так и назвал свое видео, поэтому я думаю, что будет много просмотров потом. Ну и для себя тоже я это все отснял на память. Очень интересно сейчас смотреть, вы тоже можете, друзья, посмотреть видео, которое я снимал 5-6 лет назад здесь. Какой я был еще молодой, мне было 30, и худенький, молоденький, но уже тогда я проводил, друзья, проводил стримы, проводил видео, поэтому можете набрать плейлист. Можете набрать плейлист, куда, смотрите, куда я зашел. Плейлист Хорватия, и вы найдете Брасту Гильфе их каной Гельфен. О, куль, фунгия. До конца Алис фильмен. И поэтому можете посмотреть в моем плейлисте первые мои видео с Порыча. Здесь выглядел и пляж по-другому, и я был выглядел по-другому. Да, было очень классно. Я часто пересматриваю свои старые видео, свои старые путешествия, потому что, друзья, сейчас это уже история, а раньше это же все я снимал. И интересно посмотреть на себя со стороны, как я когда-то снимал видео, как я начинал. На YouTube я уже очень давно, наверное, ну, 2011 года, наверное, на YouTube я уже. Поэтому много видео, больше 500 или уже 600 видео отснято за много лет. Можно посмотреть, как это все выглядело раньше. Ну что, я уже пришел с Зимой, с Сандрой. Мы сейчас направимся сюда, в кафешку. Это видео я, наверное, буду монтировать завтра. Завтра с утра у меня нету никаких планов. Поэтому завтра с утра я смонтирую это видео и сразу загружу, чтобы вы не скучали. Чтобы вы не скучали, каждый день у меня выходит видео или стрим с Хорватии. Это замечательно, это классная вещь. И вы знаете, YouTube, он как, я не знаю, как сказать, зависимость от него, да? То есть хочется каждый день общаться с вами, делиться этой красотой, делиться своими эмоциями, своими впечатлениями. И очень классно, что у меня адекватные люди. И это меня очень-очень радует, что у меня все адекватные на моем канале. Поэтому вам огромное спасибо, что вы адекватные. Спасибо за ваши комментарии, за то, что вы смотрите меня. С вами был Денис Кухта. И будем прощаться, друзья, да? На таком красивом фоне. Все одним кадром снял. 21 минута, все одним кадром. Будем прощаться. Димка с Андрой. Димка с Андрой уже ждут меня, когда я уже закончу снимать свои видео, и мы уже будем направляться в кафешечку. Все, друзья, всем пока, хорошего дня, вечера, доброго утра, кто когда будет смотреть мои видео. С вами был Денис Кухта, гид и блогер Вене по Австрии. До новых встреч. Чао.